27 нарушений правил дорожного движения допустили водители автобусов за 3 дня. Сотрудники ГИБДД Первоуральска провели профилактический рейд, проверяли пассажирский транспорт. Основными нарушениями, которые допускают водители, остаются управление неисправным транспортом, пренебрежение ремнями безопасности. Все водители привлечены к административной ответственности. 28 малышей родились в Первоуральске на прошлой неделе. В перинатальном центре на свет появились 16 мальчиков и 12 девочек. Поздравляем счастливых родителей и малышам желаем здоровья. Сегодня день устраивания спонтанных чаепитий. В честь праздника можно организовать чайную церемонию в каком-нибудь необычном месте. Главное – уйти от классических посиделок на кухне и сделать акцент на внезапность мероприятия.